Здравствуйте, меня зовут Владимир Заруцкий. Я художник-акварелист, член Союза художников России. Вместе с онлайн-школой Академика мы подготовили для вас курс акварельной живописи. Тема нашего курса – Санкт-Петербург. Конечно, эта тема была выбрана не случайно. Это мой любимый город, я здесь живу. И хотя я много путешествую и по России, и за рубежом бываю, но все-таки Питер, он всегда в моем сердце, и я здесь очень много писал с натуры. И я знаю, что многие любят Питер, независимо от того, где они живут. Наш курс состоит из теоретической части и отдельных мастер-классов. Он построен по методу от простого к сложному. Вы узнаете об основах акварели, о материалах, которые я применяю сам. Также вы узнаете более подробно об этой технике. И мы выполним несколько практических упражнений. И после теоретической части мы перейдем к рисованию Питера. Это будут в основном чисто питерские узнаваемые пейзажи. Это будут очень известные места. Храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор и много разных улочек, трамваев и так далее. В каждом уроке мы будем касаться определенных нюансов и применять их на практике. Это работа по сырому и по сухому, передача воздушной перспективы, особенности в изображении архитектуры и многое другое. Цель курса – это не изучение, как написать отдельную картинку, а чтобы понять саму суть акварели и применить это на практике, чтобы каждый имел возможность создавать свои оригинальные произведения. Особой подготовки для прохождения курса не требуется. К занятиям можно подходить с нуля или если вы уже имеете некоторый опыт работы с акварелью. В любом случае вы можете почерпнуть для себя что-то новое. В курсе также предусмотрена моя поддержка как преподавателя. Вы можете получить консультацию по ходу выполнения домашних заданий за время прохождения курса. Итак, я буду рад вас видеть на своем курсе и желаю всем успехов во владении акварелью.